потянул, столб отошел, раскручиваю. Раскручиваю. Навел, кручу. Навел, кручу. Всегда учите детей, что должно быть расстояние для выведения, да? Я каждый раз, когда начинаю, я говорю, вот, затягивает, видите? Я близко подхожу к нему. Нет, я его вытягиваю и выхожу. Получается, первая фаза, надо его завести и вытянуть. Вторая фаза, подсесть. И третья фаза, когда уже это все сделано, мы его аккуратно, четко бросаем. Выше, выше. Рукой все время затягиваем. Двигаемся. Широкий шаг, за собой его накидываем.